Наш эфир продолжает программа «Путешествие в новую реальность». Татьяна Минакер. Здравствуйте, Татьяна, рад вас приветствовать в нашем эфире. Здравствуйте. Как жизнь проходила без меня, поскольку, судя по моему обгорелому носу, я была в Мексике. Так что вы тут без меня как жили? Ну, я думаю, что в Мексике у вас было все нормально. Надеюсь, вы наслаждались там погодой, условиями. Все было в порядке? Вы знаете, я вам хочу сказать, что вот это как раз очень интересный вопрос, потому что я приехала с довольно смешными наблюдениями и вообще с огромной кучей впечатлений, которые, как бы, ну, прямо скажем, к Мексике никакого отношения не имеют, реально, к Мексике. А это вот, вы знаете, моя вечная тема, у меня две больные темы, это социализм и еврейство. Вы знаете, я тут, как вам сказать, получила, правда, только одного человека за огромное количество бродкастов и комментов, которые я получаю, замечание, что я зациклена на еврействе. Ну, вы знаете, я хочу предупредить, что ничего не изменится в этом вопросе, я уж слишком стара для того, чтобы меняться, поэтому те, кого этот вопрос раздражает, лучше сразу выключить и идти там, я не знаю, заниматься другими делами. Вот. А я хочу сказать, что вот я как-то, поскольку эти темы еврейство и социализм очень связаны, поскольку я считаю, что Карл Маркс и вообще евреи поставщики самых разных ересей, и социализм – это одна из них, вот, то тут как-то вот надо про эти вещи говорить, надо говорить как бы совместно, понимаете? То есть я хочу сказать, что ну, вот, они скручены, эти вещи, и переходят одна в другую, я бы сказала. Ну, я вот тут шла по аэропорту, когда я летела в Мексику, и у меня слабость к книжным магазинам, я зашла на развал уцененных книг и нашла там такую замечательную книжечку, которая называется «Социализм 101», вот, написанной некой дамой по имени Кэтлин Сирс, и вот это как-то подвигнуло меня, мои все впечатления, как ни странно, при пребывании в Мексике, в одно соединить, потому что в этой книге очень много я узнала интересного, хотя я имею марксистско-ленинское образование, но еще раз я поняла, что все, чему нас учили, это был абсолютный бред, это было абсолютное искажение реальности истории социализма и соотношение, будем так говорить, соотношение влияние и значение России в развитии истории социализма в Европе и во всем мире. То есть, когда мы обучались, вот я, извиняюсь за выражение, марксистско-ленинского факультета училась, философского факультета, было такое впечатление, что просто центр социалистической мысли находился всегда в России, и вообще оттуда все шло, и, ну, это какой-то был абсолютно собачий бред, и когда начинаешь как-то все в более выстроенном масштабе рассматривать, то видишь, что, в общем-то, и пролетариата по-настоящему, того самого, до которого повал Маркс, в России не было. Что 90% рабочих, которые были в России, они работали на западные в основном предприятия, это были большей частью немецкие вложения. Там, и тут, как говорится, это был не тот пролетариат, который изображала советская история, совершенно не тот, и не то значение имел. И, в общем, это, ну, пролетариат, хрен с ним, что называется, и хрен с ним, с этой историей. Мы уже давно поняли, что нас всех, будем так говорить, развели, потому что это неожиданное нападение, там, скажем, немецких войск, о котором учили всю жизнь. Потом, минуточку, просто прочитав речь Сталина перед Политбюро за там какое-то короткое время перед тем, как он подписал пакт Молотова-Риббентропа, показывает, что он сам абсолютно открыто говорил, что ему нужна война, что он хочет войну, что только во время войны коммунисты имеют шанс на победу. Вот. И вот понимаете, вот то, что нас учили в детстве, в юности, что вообще там проклятые немцы, агрессоры. А сейчас открываешь, извините за выражение, интернет, и ты видишь
совместный парад, абсолютно совместный парад нацистских и советских войск в Брест-Литовске после того, что они разделили и победили Польшу. То есть вся история становится с головы на ноги, или там даже история блокады Ленинграда, которую нас обучали, тоже был собачий бред, потому что сейчас выясняется, да, никому даже в голову не приходило, что блокада-то не была реально. Понимаете, то есть, учитывая, что все ленинградские заводы работали, поставляли оружие фронту, то есть, если это оружие вывозили каким-то образом, то таким же образом могли и продукты везти. Понимаете, и, в общем-то, запрет Сталина, условно говоря, на эвакуацию первую блокадную зиму, он и загубил основную массу людей, которые погибли в блокаду. То есть, в общем-то, все кверх ногами, все, так сказать, абсолютно, вот знаете, в таком возрасте менять вообще очень трудно мировоззрение, менять привычные понимания, но что все-таки, вы знаете, меня утешает, что то, что я поняла в социализме, еще живя в России, еще живя в Советском Союзе, по крайней мере, не изменилось. Это, вы знаете, вот это все можно определить только фразой моей матери, которая, купив пару теплых штанов с начесом в трикотаже, в магазине, после того, что она там отстояла в очереди 2 часа, и которая пришла, и разложив эти штаны под лампы в единственной нашей комнате, сказала: ну разве в капиталистическом обществе человек может так радоваться, достав пару теплых штанов? Вот она этой фразой на всю жизнь для меня определила суть социализма. И вы знаете, я хочу сказать, ну ничего удивительного, моя мать хорошо понимала, что происходит, она была родственницей конфиданта Василия Гроссмана, с которым она беседовала, и, так сказать, мы ездили туда, в этот дом, и мы, так сказать, она видела глазами Гроссмана жизнь, которая происходила вокруг нее, и поэтому она так в открытую ей ничего не объясняла, но такие вещи прорывались, потому что, естественно, везде боялись говорить, там бабушка всегда моя говорила, что кошка служит в ГПУ, и поэтому при детях говорить было нельзя, потому что дети могли что-то сказать в школе. Но, тем не менее, возвращаясь к социализму, вот этот, вот эта книжечка, которую я прикупила в аэропорту по дешевке. Вот, она мне тоже показала, что еще раз мы были обмануты, и что надо все-таки всем нашим друзьям, которые есть, у всех у нас есть американские друзья, родственники, у нас у всех дети повыходили замуж за американцев, очень многих из нас, нам им всем надо объяснять, что такое социализм. И я вдруг поняла, что одно из лучших объяснений, которое возможно, это вот я отдыхала в Мексике, у меня там таймшер. Я его купила в сказочном там 96-м году, когда в Мексику еще никто не ездил, или даже, по-моему, в 95-м. Вот, когда меня потрясло совершенно, когда я приехала в Мексику совершенно случайно первый раз, и я увидала, какая там сумасшедшая дешевизна. И вы знаете, там можно было пойти в ресторан и пообедать вечером за $7. Я очень хорошо это помню. И вообще с великолепным обслуживанием, там официанты на тебя смотрели как на персону королевского происхождения и бегали вокруг тебя. А потом я приехала, и я попадаю в такой вот, знаете, райский совершенно курорт, который был сравнительно несколько лет назад до этого построен. Это 2 дворца, это Пуэбло-Бонито, Кабо-Сан-Лукас, значит, это мексиканская ривьера, так называемая зона Хотельера. Там 3 города. Это Мазатлан, значит, и вот этот Кабо-Сан-Лукас и Пуэрто-Вайарта. 3 курортные города. И считалось, что Кабо-Сан-Лукас – это такая жемчужина, что там даже вот эта встреча знаменитая Путина была с Обамой, когда Путин ему объяснил, что, мол, ты чего-то уж очень сильно коммунизмом увлекаешься. Это очень опасная вещь. В Кабо-Сан-Лукас он ему как раз это и объяснил. Да, так вот, надо сказать, что немыслимая красота, Тихий океан, в центре Сиов-Кортес, там в центре какие-то море Кортес, это знаменитое море, которое описал Джон Стайнбек в своих рассказах. Значит, там немыслимой красоты какие-то скалы в центре, образуется залив, который дает возможность без особых волн купаться. И стоят на берегу сказочной красоты дворцы, один белый с голубыми куполами, такие
такие майолики, купола, а рядом с ним цвета счастья розовый дворец. И вот в этом розовом дворце я остановилась, и там терраса, которая выходит на океан и в ресторане, и вид совершенно, ну, такой, что невозможно оторвать глаз. И в ресторане белый рояль, на котором пианист играет тихую классическую музыку. Вы знаете, и неподалеку такой шведский стол, ну, мы вечно всегда вспоминаем, как наши эмигранты на шведских столах падали в обморок. Ну вот там даже бывалый эмигрант мог упасть в обморок, и я вам объясню, почему. Дело в том, что там разнообразие вот этих шведских столов в Мексике последние годы, ну, я не говорю сейчас про COVID, но меня всегда так потрясало, и я очень быстро потом поняла, в чем дело. Такой, конечно, шведский стол ни в каком там Fresh Choice, там ни в каком американском ресторане сделать не могут. Я вам объясню просто почему. В Мексике невероятно дешевая неграмотная рабочая сила. То есть они там могут поставить человека, который просто будет вырезать скульптуры из дыни, понимаете, каждый раз новую. И поставить человека, который будет там нарезать помидоры какими-то особыми кружками. То есть там на этот шведский стол работает примерно в 20, а если не в 30 раз больше людей, чем работает в Америке на любой шведский стол в любом ресторане. Вот. Там невероятная выпечка, потому что, опять же, они могут там нанять кондитера, какой специально только на выпечку, который вообще там только этим занимается, и, в общем-то, чтобы удержаться на этой работе. А в Мексике работа в таких гостиницах, куда приезжают американцы и платят американские чаевые, это невероятно престижное место. Туда невероятно трудно попасть на работу. Вот. И поэтому все, что там делается, было безумно хорошо и безумно красиво. В центре бассейн совершенно поразительный. Значит, сначала небольшой такой бассейн, там метров 30, и в нем плавают такие длинношеи с лебедиными шеями, черные лебеди. Под эту легкую-легкую классическую музыку они просто выплывают. А рядом такая огромная-огромная клетка, в которой плавают райские птицы. А неподалеку пруд, в котором плавают золотые рыбы с такими хвостами, вуалями, как у невесты. И вы знаете, а сам бассейн главный в центре, это просто, знаете, такой олимпийский гигантский бассейн, только без дорожек, где для того, что можно просто находиться бесконечно, глядя при этом, и океан при этом виден. Ты сидишь в бассейне, перед тобой океан, и ты выходишь, и ты можешь войти в океан и плыть, извините за выражение, куда угодно. И вот тут, вот вы понимаете, ко мне кто-то в ресторане, кто-то подошел и сказал: а не хотите ли вы приезжать сюда каждую неделю? Вот купите таймшер, и у вас будет, значит, возможность раз в неделю, раз в год на неделю сюда приезжать. Ну, цена такая была приличная на этот таймшер, но я была в такой расслабухе, и вообще так мне хотелось здесь еще проводить время, что я просто, конечно, тут же согласилась, заплатила эти деньги. Вот, и стала владелицей, запомните, ownership, это называется timeshare, то есть вы как бы имеете ownership в этом отеле, вы можете неделю в году там находиться. И вот, понимаете, все прекрасно, я приезжаю еще раз, и все замечательно, но какие-то мелочи меняются, вы знаете, кто-то почему-то перестал появляться пианист, а через год, на следующий год, рояль исчез. Вот, а потом, значит, исчезли птички в клетке. То есть сначала птички, значит, исчезли, а потом рыбки исчезли. То есть рыбки уснули в пруду, птички подохли в саду. То есть полная, так сказать, такая ситуация, что... Вы знаете, как-то, ну, мне, вы понимаете, я человек, который ездит в Мексику, как люди ездят просто в спа, в финскую баню. Мне надо плавать. Я безумно люблю плавать, и мне больше ничего не нужно. Ничего не нужно больше. А там великолепное было плавание, и потом вдруг они огораживают
вот это место, где я плавала, и как только ты подплываешь под эту загородку, тут же тебя догоняет security guard и говорит, ну-ка обратно давай возвращайся, мол, типа того. Ну, с другой стороны, он, может быть, и прав был, этот security guard, потому что там начали появляться вот эти скутеры на прокат. И вот они мотаются, эти скутеры, взад-вперед, взад-вперед. Я потом после заплыва очередного возвращаюсь, и на меня на пляже набрасывается русская комьюнити, которая там тоже есть некоторая, появляется иногда. Сейчас уже стало меньше или почти нет, но начали на меня нападать, что как вы можете, мы тут все испереживались, вы там между скутерами плаваете. Ну, в общем, из-за скутеров плавать далеко уже стало нельзя. Вот, это было главное мое удовольствие там. И следующее, ну, это мелочи, но дальше начались другие приключения, потому что они начали, поставили громкоговорители и стали привлекать людей к спортивным, массово с массовиками затейника работать. Значит, сначала там всякие какие-то упражнения, черт с ними, с удовольствием я сама поупражняюсь. Но дело в том, что в Мексике весело и громко – это синонимы. То есть вам не может быть хорошо, если это не громко. И вот они включают эти громкоговорители на полную мощность. Это такой абьюз, это, вы знаете, это абьюз слухового нерва. Это просто терроризм какой-то звуковой. И вот, вы знаете, вы никуда не можете деться от этих громкоговорителей. Когда вы пытаетесь там что-то говорить, вот тут начинается социализм. Потому что вы прав. Реально там никаких не имеете. Вы считаетесь owner, это как при социализме. Все народное, все мое. А я могу? Нет, не можете. А я могу? Нет, не можете. И никакие жалобы ничего не помогают. То есть вы не можете даже днем лечь поспать, потому что массовик затейник спортивных занятий считает, что он должен всех привлечь к игре в волейбол. И чем громче все будут орать, тем больше его будут ценить на этой работе. То есть по силе громкости определяется качество его работы. После этого, значит, пока я приезжал раз, два, три, четыре, пять, начинается интересное явление. На те деньги, что я вложила, купив этот таймшер, на горе, там, где есть океан, ну, океан, в который нельзя войти, потому что там настолько опасные волны, что там даже на пляж не выпускают. Там понастроили огромный резорт, огромный совершенно, с диким количеством номеров. Они работали как лошади, продавая эти номера. И, я думаю, продали даже больше, чем они могут поместить людей. Но что самое ужасное, что они продавали их за гораздо более низкую цену, потому что там то, что называется unswimmable beach, то есть пляж без возможности плавать. И вы знаете, вот это, они продали им эти номера с правом пользоваться бассейном и пляжем вот в том резорте, где я купила свой таймшер. И вот это, понимаете, что это происходит? Вот этот прекрасный резорт с классической, как говорят американцы, ambience, атмосфера. Вот он превращается в просто в такую, знаете, как затоптанный полумексиканскими, полу какими-то white trash, их называют, татуированными с пивом в руках мужиками и бабами, которые выскакивают из автобусов, тут же занимают все лежаки вокруг бассейна, тут же занимают лежаки на пляже, уже невозможно найти этот лежак. Они залезают в этот бассейн, и бассейн, где я плавала одна, там примерно ситуация, как на Таймс-сквер. Люди стоят рядом друг с другом. То есть самое большое количество людей на квадратный километр в мире. Дальше, значит, ну, естественно, они стали во время там каких-то экономических упадков, они начали продавать это на мексиканском рынке. Я ничего плохого к мексиканцам не имею, но дело в том, что это разные культуры. И люди, которые залезают в бассейн и не понимают, что там нельзя есть, я подозреваю, что они не понимают, что там нельзя делать и все остальное. Понимаете, когда они считают, что другие могут плавать среди их объедков, то уже никаких претензий к ним быть не может. Но, значит, что еще сказать на эту тему, что ухудшения идут буквально вот, ну, в связи с ковидом, конечно, трудно людям предъявлять обвинения, и качество еды стало хуже, и все самое главное поднялось. Тут еще один момент, что когда я заключала этот контракт, то maintenance fee, то есть я каждый год должна платить определенную сумму за поддержание этого курорта, этот maintenance fee стал
в 3 раза дороже. То есть я начинала, даже какой в 3, в 4, я начинала со $150, сейчас это 630 или что-то в этом роде. Вот. И вы знаете, я вам хочу сказать, что вы ни в чем абсолютно не имеете права ни на что. Не можете обсуждать ни получение, ни увеличение мейнтенанса, то есть ни увеличение этой платы, которую вы даете за поддержание курорта, ни того, кого туда привозят, никаких изменений. Ни в чем вы не можете принять участие, ничего вы не можете запретить. То есть в каком-то смысле это вот, ой, поскольку сейчас в Америке, если вы послушаете адвертайзинг, объявления на радио, на телевидении, огромное количество адвертайзинга, объявлений адвокатов, которые обещают избавить вас от вот этого таймшера. Потому что очень многие таймшеры, они заключают примерно договор навсегда, до конца жизни. То есть из него выбраться невозможно. Мой, слава богу, там на 30 лет там, и так далее, один из них. А я еще, к несчастью, имею другой, это на озере Тахо. Ну и там то же самое, там тоже все вот так начало ухудшаться, мейтенанс начал подниматься. Но самое главное, что вот с этой знаменитой affirmative action, они наняли менеджера, абсолютно страшную стерву, которая, сказать, можете меня обвинять в расизме, но понимаете, в чем все дело? Когда нанимают быдло, какого они цвета, это уже совершенно не имеет роли, потому что мы в России это все видели. Когда быдло продвигали, так сказать, членов там рабочего класса, как это называется, там 5-10, я очень хорошо помню, что когда училась в университете, то взяли, приняли рядом со мной женщину-маляра. Она была членом рабочего класса. Ей было такое же место на философском факультете, как мне в первом ряду балета «Лебединое озеро». Понимаете? То есть это было, что у нее не было даже грамотности на среднюю школу. Но она была маляр, и она была рабочий класс, и вот она как раз составляла вот этот affirmative action, то, что сегодня называется в Америке, когда берут черных на основании цвета кожи. И вот эта баба совершенно озверела от своей власти. И когда я, которая как бы owner этого резорта, я владелица, как бы совладелица, приехала, причем провела в дороге чуть ли не 6 часов, это был какой-то там, не знаю, затор. И мне, так сказать, регистрация была в 4, а я приехала в 3. И она проводила партсобрание, и я попросила, чтобы мне дали ключи от номера. И сидели тут женщины с ресепшн. Они обе встали, чтобы дать мне ключи. Она сказала: нет, садитесь обратно, вот она будет ждать, ничего страшного с ней не будет. Вы знаете, я была в такой ярости, я ездила на этот курорт, я не знаю, сколько лет, 25 или что-то больше даже. И вы знаете, я никогда такого хамства, такого безобразия не видела. Понимаете, то есть это опять тот же социализм, но при этом еще власть подонков. Понимаете, это власть невежественных подонков, которую мы сами своими руками им вручили, проголосовав за тех. Кстати, к вопросу о проголосовав. Понимаете, меня очень хороший урок мне дал полицейский. Я как экскурсовод, я все время езжу по разным туристическим точкам, там типа Golden Gate Bridge, Alamo Square и так далее. И каждый раз вижу там разбитые машины и стоящие удрученных туристов, у которых разбили машину, разбили стекло, украли там все, что у них было. И стоит полицейский, там что-то выписывает, там какую-то ненужную бумагу, потому что никто их искать не будет, тем более, что в нашем замечательном городе, а это центр, центровой гнойник Америки, я считаю, что все дерьмо, которое происходит в Сан-Франциско, постепенно и неотвратимо выливается на всю Америку. Вот. Так вот, этот полицейский мне сказал, когда я ему сказала, что вы знаете, как вы можете это безобразие терпеть, уже разговоры про security камеры были, и security камеры стоят везде, на них никто не обращает внимания, они надевают худ, сюда маску, сюда, и даже если их узнают и поймают, их все равно отпустят, потому что по замечательному биллу нашей сенаторши Нэнси Скиннер, если вы украли меньше, чем на $950, вас даже не задерживают. Вот. Так вот, когда я сказала полицейскому, что это за безобразие, там, как так можно, там, знаете, вот такие вопли около разбитого автомобиля и удрученных туристов, он сказал:
А это вы виноваты, потому что вы голосуете вот за таких, которые все это позволяют. Вот так вам и надо. Это сказал мне полицейский. Вот, так вот я хочу сказать, что на сегодняшний день я как раз столкнулась, что еще интересно, я столкнулась вот в этом самом, в другом уже бассейне, там как бы два курорта, я сказала, один розовый, второй белый, как бы два здания примыкают друг к другу. Вот, и в том как бы белом мне показалось, что там потише. И вот я пошла туда, и вот пребывание в этом курорте дало мне колоссальное, так сказать, поле для наблюдения, колоссальное совершенно поле. Это было, была встреча, опять же, извините за выражение, с тремя евреями. Потому что я после этого даже начала писать статью под названием «Два гея, три еврея». Да? Вот, значит, там было два бешеных социалиста, а один такой полубешеный, такой, вот, который как бы считает, что он in the middle. На самом деле он просто обычный социалист. Вот. А самое это смешное, они говорят, что они думают, что они либералы. Нет, либерал это был Джо Либерман, который ушел из демократической партии, сказав, что это не я ухожу из демократической партии, а эта партия ушла от меня. И был глубоко прав. И вот такие вот леволиберальные евреи там сидели, которые одна молодая пара, совсем 27 лет, с абсолютно промытыми в университете мозгами, которые, увидав опять у меня в руках эту книгу, я ее читала как раз, вот эту книгу «Социализм 101», вот, они, увидав, решили, что я, ну, теперь они говорят, вы наша, наша вы. Они решили, что я социалистка. Вот. И, значит, это полный, вы знаете, ну, как вам сказать, вы имеете дело с молодыми зомби, просто с молодыми зомби. Понимаете? Объяснять бесполезно что-нибудь. Вообще, что они настолько, вот они получили какую-то директиву, как мыслить, куда смотреть, что делать, и вот они как безумными глазами по этой директиве идут. Вот вы знаете, как вот стадо зомби, вы знаете, как вот в этих идиотских фильмах про зомби показывают, вот эти зомби бредут вот с такими выпученными глазами. Вот они вот, вот такие, вот это молодежь. А дальше это уже более пожилого типа, вот типичный такой вот бруклинский лево-лево-лево, да, либеральный не называем, просто левый еврей, который тоже вот все эти произносит слова, там, что вот зачем вы в Калифорнии потратили 21 миллион там на то, чтобы Ньюсома снять, там, вот, вот это вы виноваты. При этом я говорю, да я бы его своими руками удушила, чего его снимать-то? Вот. Ну и он вообще ничего не понимает, он начинает жаловаться, что у него там, где он живет, в Бруклине, прямо перед домом какая-то бездомная испражняется, у него чуть ли не ему на ноги. Он не понимает, я говорю, ну хорошо, вот был Джулиани, ведь этого уже не было. Не было криминала такого, ничего там, Джулиани, в общем, они абсолютно ничего не хотят слышать, они совершенно лишены всякой логики. И вы знаете, что самое главное, что интересно, вот глядя на него, а он приехал со своей женой, медсестрой, черная, тут бывают разные негритянки, но это вот такая вот, как вам сказать, что называется, черная, без, даже, ну что интересно, она медсестра. Безумно грубым лицом, таким, как вырубленным топором. И, в общем, и вот когда он, я там что-то такое пыталась вякнуть, он говорит мне, а вот вы знаете, что вот раньше нам бы не разрешили пожениться, и вот мы бы были там что-то остракайт в сосайте, понимаете? И вы знаете, я хочу сказать, что вдруг до меня дошло, а когда, ну, знаете, в бассейне идет своя какая-то динамика отношений. И вдруг я поняла, что он ее восстановил против меня так, что там было несколько моментов, что она была на грани того, чтобы наброситься на меня с кулаками, хотя никаких вообще действий я не производила. То есть я даже не понимала вообще ее причину ее озлобления, но явно он ее настроил. И вы знаете, я вдруг увидела, какое отношение, вот это не либеральное, я не хочу это слово оскорблять, левый еврей имеет с Black Lives Matter. Вот этот такой, вот понимаете, трусливый, закомплексованный, глупый, провинциальный еврей, он держит вот эту орангутанга женского рода около себя, как вот такую защитную какую-то защиту, и
ну, то, что называется преторингарц, то есть это то, что опричники такие у них, понимаете? Это опричнина для, для левых, это опричнина, эти черные БЛМ, это их опричнина, это их штурмовики, это их чернорубашечники, это их защита, поскольку сами они физически защищаться не могут. Они слишком для этого слабы. И вот тут вот, вот это единство тупого, абсолютно тупого, ограниченного, местечкового еврея вот с этой черной обезьяной, извините за выражение, злобной при том, которая даже, в отличие от него, который там что-то вежливо говорил, махал мне ручкой, там туда-сюда, вел какие-то вежливые разговоры, она не скрывала своей ненависти. Понимаете, потому что он ей там высказал что-то, она не из тех, которые умеют лицемерить. То есть она меня просто в этом бассейне утопила бы просто, понимаете? И вот это все, как вам сказать, так, так интересно было наблюдать, потому что я еще как раз там занималась тем, что я читала книгу Михаила Веллера, где масса безумно интересных цитат о социализме. А книга называется «Еретик», я ее искренне всем рекомендую прочесть. Давайте мы вернемся к книге после рекламной паузы. Нам необходимо сделать небольшую паузу, буквально несколько минут, а после чего вернемся, обязательно продолжим. Пожалуйста. Возвращаемся к беседе с Татьяной Минакер. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200, на тот случай, если у вас возникнут вопросы. Ну а пока давайте продолжим. Вы упомянули книгу Михаила Веллера. Да, вы знаете, я считаю, что ее должны читать все. Сегодня очень мало людей, которые видят реальность в такой исторической перспективе, как он, с такой трезвостью и с таким бесстрашием. Потому что, вы знаете, даже для того, чтобы видеть реальность, нужно бесстрашие. И вот у него оно есть среди очень... Я вот знаю сегодня тех, кто выступает вот, на русском языке, на разных бродкастах, там, таких, как он, два человека всего. Это он и Ларионов, Андрей Ларионов, вот, которые так понимают, которые так образованы. Это редчайшее сочетание. Люди либо образованы, но трусливые. Понимаете, они не могут смотреть правде в глаза, потому что с ней очень трудно жить. Вот. А есть люди, которые смелые, но нет образованности и нет умения анализировать. Вот Веллер как раз великолепно, будем так говорить, он дал просто, ну, ten commandments сегодняшней реальности. И вот я просто даже кое-что записала, потому что я не могла... Вы знаете, я качество книги определяю по одному параметру. Хочется ли мне своровать оттуда или нет? Вы знаете, это говорил еще Шостакович. Господи, как потрясающе взять кусок из симфонии Малера и поставить под этим свою подпись. Или, опять же, Стив Джобс говорил, что, самое, что художника копируют, а гений воруют. Так вот, мне всегда, когда увидала вот то, что пишет Веллер, мне ужасно захотелось своровать у него, переписать, вставить свои статьи. В общем, это меня такие вещи безумно увлекают. И вот он как раз говорил очень многое о том, что происходит сегодня. Но прежде всего я повторю еще раз мое любимое выражение Айн Рэнд, что если коммунизм – это убийство, то социализм – это самоубийство. И это фактически, что людей заставляют, отнимают у них деньги через налоги и заставляют платить за других, которые работать не хотят чаще всего. И вот очень хорошо это показывает Веллер в том числе, а кроме того, он показывает дикую аморальность вот этой всей социалистической идеологии. Он пишет, что сегодня заменена тоталитарная мораль диктатурой тоталитарной аморальности. Тотальное отрицание любой морали. И через средства массовой информации вот эта тотальная идеология подчиняет себе сознание элит, а после сознание масс. То есть вот эта легитимизация зла,
принципиальный отказ различать порок и добродетель. Вот это то, что очень четко показал Веллер в своих, вот, в своей этой книге «Еретик». Вот, и что, опять же, он обращается к искусству, что показывая и не осуждая быдло, ты стимулируешь производство быдла. Изображая паралитиков и уродство, стимулируя самое производство уродства. У него безумно много очень интересных статей на эту, в смысле, вот, эта книга, собственно, сборник статей очень интересных. Там, я очень ценю его статью о гомосексуализме. Вот в этой книге он очень много там пишет и показывает, потому что я в свое время написала, еще больше чем 20 лет тому назад, я написала статью «Записки из Содома», которая была опубликована в Сан-Франциско. А вы знаете, год или пару лет назад я пыталась ее опубликовать заново, мне не позволили. Уже боятся. Потому что сегодня никто не хочет иметь дело с штампом гомофобии. Все боятся. Так же, как все боятся, что тебя назовут расистом. И вы знаете, вот что еще интересно, пишет Веллер, что левые бывают прекрасно образованы, красиво излагают наукообразные вещи, но всегда не умны. Логическая цепь в 5 звеньев непосильна их уму. Для обоснования своих взглядов на объективном, научном, ясном и бесспорном уровне у них не хватает терпения, аналитических способностей и умственной честности. Все левые учения базируются на моральных допущениях и благих представлениях. Это наборы слов, не выдерживающие серьезной критики. Поэтому левые агрессивны и нетерпимы. Они не могут доказать, они должны заклеймить одних и увлечь других. Ну, заклеймить — это мягко сказано, потому что они еще и рот затыкают всем. Вот я говорила уже, что я пишу на Кворе, я пишу на Фейсбуке, еще там где-то, и я каждый раз открываю и думаю, меня опять выгнали, или меня опять забанили, или меня опять в тюрьму посадили, с Кворы меня недавно выпустили обратно. Потому что что происходит? Ты начинаешь с ними дискутировать, они тут же на тебя доносят, модератору. А модератору что? На меня донесли там 3 раза, он меня, так сказать, забанил, что я там что-то не соответствую правилам. Но мы все уже через это проходили. Сегодня в Америке цензура почти как в Советском Союзе. Слава богу, что еще есть каналы, которые там люди, которым не полностью пережали глотку. Вот. И я хочу только сказать, что как раз, опять же, возвращаясь к этому бассейну, в котором я так счастливо провела время, а на самом деле я там не так много было времени, я в основном в океане плавала, поэтому у меня такой загорелый вид. Так вот, я хочу сказать, что вот этот еврей с негритянкой, вот это классический выходец из Российской империи когда-то. То есть они все там были оттуда. Все ашкеназим, конечно, это все выходцы либо с Украины, либо с Польши, либо с Белоруссии. То есть это все бывшая Российская империя. Это все эмиграция начала века чаще всего. Но что интересно, я поняла еще такую странную вещь, когда многие так удивляются, ну как же евреи такие умные, они не понимают. Вы знаете, вот это еврейство, которое уехало в начале века, это наши там двоюродные бабушки и дедушки, скажем так, которые уехали в Америку, они уезжали анатевками. Вот помните, это анатевка деревня, местечко в фильме «Фидлер он де Руф», «Крепач на крыше», «Анатевка, анатевка». Вот они этой анатевкой уехали, они в ней так и остались. Вы знаете, это очень смешно, вот нам это трудно понять. Я вот только общаясь вот с такими вот местечковыми евреями американскими, я это очень ясно поняла, что как это не смешно, но революция в России, уничтожение черты оседлости, она выбросила евреев из гетто. Вот этот, будем так говорить, марксизм-атеизм, он имел какую-то, я не знаю, может, положительную сторону, потому что вот этот период какого-то равенства, который объявили там до, там, скажем, 1934 года, когда начали расстреливать тех еврейских коммунистов, вот этот период, он был моментом, когда многие ринулись в индустрию, ринулись в промышленность. Не забывайте, что еще один был момент, который сегодня мало понятен. Я еще когда приехала, в Америке 54% женщин не работало. Я очень хорошо помню эту цифру. В России уже 3 поколения, 4 поколения женщины были вынуждены работать, давали отпуск 2 месяца до родов и 2 месяца после. А так выходи на работу и делай, что хочешь. Вот, так вот, иначе за тунеядство посадили. Поэтому вот вынуждено все-таки
женщины особенно из еврейской среды, они были, так сказать, в индустриях, там, на работе, они встречались, у них колоссальный был опыт общения с неевреями, с людьми разных наций, там, в разных профессиях. У еврейских женщин здесь, как это ни смешно, вот это мало кто понимает, этого не было. И поэтому они вырастили таких идиотов, понимаете? Это очень странно, вот я даже думаю на эту тему статью написать, но для этого надо исследование провести, потому что у них не было выхода из гетто. Они вот этим гетто из России, они уехали, вот они этим гетто и переместились сюда, в Америку, в Чикаго гетто еврейское было, в Бруклине, там, в Квинсе. Но вы понимаете, что интересно? Дело не в том, что их держали насильно в этом гетто, они сами из него не выходили, они сами из него не хотели выходить, потому что они там невероятно комфортабельно себя чувствовали. Хорошо, это был человек, который мог стать, предположим, врачом, но он домой возвращался вот к своим, он с ними проводил все праздники. Не забывайте, что не было атеизма, то есть они все абсолютные евреи, до буквально 60-х, 70-х годов, они все были вокруг синагог, ходили в синагоги, общались там. И вот это вот мишпаха, то, что называется, вот это вот, этот замес невыхода из гетто, он настолько ограничил этих людей, он безумно их ограничил. Понимаете, вот я вам просто приведу простой пример, что моя мать была инженером на военном заводе. Это был завод «Большевик». Это был завод, знаменитая бывшая Обуховская оборона. Это бывший Обуховский завод. Вы можете почитать про Обуховскую оборону. Это были, и при царе был завод морских орудий, военно-морских орудий. Она ездила бесконечно в командировки. Она ездила в Севастополь на корабли. Причем она мне рассказывала, что на кораблях не разрешала женщинам оставаться на ночь. И за ней специально присылали катер. Она была инженер по защитным покрытиям этих военно-морских орудий. Ее возили на берег ночью, чтобы обратно утром привезти на корабль, потому что женщина не имела права на корабле оставаться. Понимаете, вот эти ее командировки в Москву, там, в Сибирь, на Урал, общение с мужчинами, там, напряжение умственное, которое заставляло там линию производственную восстановить, когда она прерывалась. За ней присылали машину, чтобы она это делала. И она только одна могла это сделать. То есть, понимаете, это совершенно другой тип персоналити, открытый ум, совершенно невероятный опыт жизни. И возьмите какую-нибудь там тетю Песю из этого самого, из того же Бруклина, которая общается с такими же, как она, которые никогда на работу не выходили, не выходили никуда из этой квартиры в Бруклине, там, из этой синагоги, где там, не знаю, 28 человек. И таких, вы знаете, сколько среди сегодняшних американских евреев? И они все ведь сегодня, они уже вышли из этого гетто, к несчастью. Лучше бы они там остались сидеть. Но проблема вся в том, что они заменили вот эту местечковую, так сказать, реальность синагогальную на местечковую реальность фальшивого социализма, вот этой ереси, которую втюхали уже, будем так говорить, евреи-коммунисты. То есть сегодня, вы понимаете, какой-то ужас, я вам скажу честно, потому что когда мы видим, что 70-80% американских евреев голосуют за демократов, голосуют за социализм, то, и, так сказать, и удивляются, говорят, что евреи умные. Нет, они дураки, они дикие, они могут быть образованы, но они идиоты. Понимаете? И вот это дикая трагедия. И это трагедия, потому что за их глупость расплачиваться будем мы все. Потому что об этом очень ясно пишет Веллер. Он пишет о самоуничтожении цивилизации и об евреях как авангард самоуничтожения цивилизации. И вот действительно, вы знаете, очень обидно. И, но, к сожалению, это вот какая-то еврейская судьба, видно, все время производить ереси, производить какие-то, будем так говорить, ну вот я, по-моему, рассказывала вам уже про Шабтай Цви, который был Саббатай Цви, такое саббатианство, такое было движение в 17 веке, он признал себя мессией. И, в общем, вы знаете, за ним пошло очень много людей. По сегодняшний день это движение существует. Но там нашелся умный султан, который его арестовал, и атаманский султан Атаманской империи, и заставил перейти в мусульманство.
Он так в тюрьме и умер. Так вот, я вам хочу сказать, что султан был гениальный человек, потому что если бы он этого Сабатая Цвини арестовал, то уже по всей Отаманской империи, не только среди евреев, но это сабатианство начало распространяться среди всех. Да, уже мессия пришел. Какого хрена сажать, какого хрена убирать? Бросили все имущество. Зачем заботиться о детях? Завтра придет, завтра уже будет светопреставление. То есть уже не только евреи, а пошло это движение пошло по всей Отаманской империи. К сожалению, на Карла Маркса отаманского султана не нашлось. Его выперли, правда, из Германии, но в Лондоне он нашел убежище. А более того, содержал-то его, так сказать, Энгельс, который содержал его на деньги капитализма, с ткацкой фабрики, которая была его родителей. Его отец был фабрикантом, и Энгельсу по наследству эта фабрика досталась. Точно так же, как Лассаля, основателя французского социализма, содержала шелковая фабрика его отца. Что поразительно, что все эти, так сказать, ублюдки-дети богатых фабрикантов, они пихали социализм. То же самое, что на сегодняшний день делают они здесь. Ослабленные роскошью, ослабленные воспитанием на коврах и вкусной едой, расслабленные эти дети начинают заниматься какими-то мечтами. И вы знаете, я нашла очень интересную цитату Зигмунда Фрейда, вот того самого знаменитого Фрейда, который, так сказать, был психиатр немецкий, которого спасла его поклонница какая-то от Гитлера уже последние его годы. Вот, замок заплатил, чтобы его отпустили. Так вот, Фрейд сказал, что люди находят действительность неудовлетворительной, потому что живут в мире фантазий, воображая исполнение своих желаний. Сильная личность воплощает желание в реальность. Слабая так и живет в этом своем мире, и ее фантазии нередко воплощаются в самые различные заболевания. И вот вы знаете, что интересно? Вы не поверите, но я переписываюсь на этой кворе вот с такими вот 70-80-летними университетский, часто Беркли, это вообще просто гадюшник коммунистический университет, страшный, я его, знаете, напалмовой бомбой посаждал этот университет. Вот, так вот они, эти люди, по сегодняшний день, они мне объясняют, что в Советском Союзе питание было лучше, чем в Америке в 70-е, 80-е годы. А я-то ездила по Советскому Союзу, я пианисткой работала в мюзик-холле, гастролировали мы по всем этим городам, особенно типа какой-нибудь Запорожье или Ростов-на-Дону, вот, где за билеты меня кормили вынесенные тайком, ну и так далее. И вы знаете, это все вот эти слабые, к сожалению, выращенные вот в прекрасном комфорте люди выращенные, они не способны воевать, они не способны к воплощению своих желаний в реальность, и они ищут сказок. Вот этот социализм, он дает им воображение, потому что от религии они ушли, у них освободился вакуум. Там было, знаете, вот райская жизнь какая-то, там совсем другой мир был. А все это освободилось, пусто. Вот эта пустота, на эту пустоту, как в свое время на эту пустоту пришло христианство, когда мир, в общем-то, был насыщен. Там Рим был, в принципе, уже вполне, так сказать, насыщен продуктами, богатством, развратом. И вот на это пустое место приходит христианство, а здесь на это пустое место приходит социализм. Потому что социализм – это та же религия, это та же сказка, в общем, это культ. И, в общем-то, вот Фрейд очень ясно дал основание вот тому, почему эти люди так влипают в эти культы. И с ними бесполезно совершенно, абсолютно бесполезно с ними спорить, потому что вы не можете спорить с человеком, который христианин, такой, знаете, вы не можете ему объяснять, что Христос не мог воскреснуть. Это бессмысленно совершенно. Понимаете, это, так сказать, то же самое и здесь. Вы не можете объяснять этим людям, что социализм – это плохо. Они до сих пор вот, пытаются, те, кто вот из этих еврейских коммунистов, которые там в 30-е годы не уехали в Россию, не подохли там в ГУЛАГе, а остались здесь. Вот им сегодня по 80 лет, и они сегодня до сих пор пытаются нам, кто приехал из Советского Союза, доказать, что там был рай в чистом виде. Вот да. Вы не поверите, если бы я вам предъявила
переписку с этими людьми, они начинают мне объяснять, что вот мы жили в раю, и мы этого не понимали. Просто не понимали. Вот, поэтому... Да. Что говорить? Вот, давайте вернемся к таймшеру и объясним вам, что такое социализм. Покажем вам таймшер, хотя бы одна схема, когда вы вроде имеете и вроде ни на что прав не имеете. Спасибо огромное. Спасибо. И до встречи в следующий раз. Всего хорошего. Вопросов нет никаких? У нас времени больше не осталось. Окей, все замечательно. Счастливо. Всего хорошего.